Международный суд ООН в Гааге обязал Японию остановить охоту на китов в Антарктике. Истцом выступала Австралия. Ее власти в 2010 году заявили, что японцы нарушают Международную конвенцию о регулировании китобойного промысла, которая запрещает охоту на этих животных в коммерческих целях. В Токио, однако, утверждали, что добыча китов носит исключительно научный характер. Тем не менее, у судей сложилось иное мнение. Суд пришел к выводу, что специальное разрешение, предоставленное Японии на убийство, прием и обработку китов в рамках программы JARPA-2, использовалось не для целей научных исследований. Представитель Японии не скрывал разочарования, вызванного вердиктом суда, однако он сказал, что Токио не станет спорить. Как государство, которое уважает верховенство закона, порядок международного права и как ответственный член мирового сообщества, Япония будет придерживаться решения суда. Экологическая организация Sea Shepherd назвала вынесенный вердикт сильным заявлением. Впрочем, активисты не уверены, что оно навсегда остановит Японию от китобойного промысла в Антарктике. Я не знаю, будет ли Япония охотиться на китов. Они могут придумать новую научно-исследовательскую программу. Но в данный момент я уверен, что этого не произойдет. Потому что, как сказал судья, они должны выполнять свои обязательства. Они должны соответствовать стандартам. И они еще не сделали этого до сих пор. В 1986 году во всем мире вступил в силу запрет на китобойный промысел. В 2010 году под давлением Японии, Исландии и Дании мораторий был приостановлен.